В Башкортостане внесли изменения в организацию бесплатных поездок на общественном транспорте для детей-сирот. Теперь он будет осуществляться посредством карты «Алга». Об этом на президиуме правительства сообщила министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова. До этого за оказание услуги отвечал «Башавтотранс». Месячная сумма пополнения специального единого билета составляла 600 рублей без учета количества поездок. Теперь же оператором проекта стал Башкирский регистр социальных карт. Документом, подтверждающим право на бесплатный проезд, станет карта «Алга». При этом воспользоваться ей дети-сироты смогут не только в автобусах «Башавтотранс», но и у частных перевозчиков. Впрочем, будет у карты и ограничение. В месяц по ней можно совершить только 50 поездок. Если есть законы и программы о том, что дети-сироты и дети, которые без попечения родителей остались, могут бесплатно передвигаться в транспорте, то какие-то технические ограничения точно не должны влиять на это, так ведь? Конечно. Как-то странно, что там какие-то технические ограничения могут игнорировать решения и закон. Пользуются подобной бесплатной услугой в Башкортостане почти 1800 человек. Из-за изменений их число должно увеличиться. Ранее дети, проживающие там, где не работают государственные перевозчики, не могли воспользоваться правом бесплатного проезда.